Владимир Путин рассчитывает, что сирийской армии удастся закрепиться в Алеппо, а мирные граждане смогут перейти к нормальной жизни. Об этом российский президент заявил сегодня, общаясь с журналистами в Японии. Также глава государства объяснил, почему террористы вновь захватили Пальмиру. Все, что происходит в Пальмире, это результат несогласованных действий между так называемой международной коалицией, сирийскими властями, Россией. А тем временем Центр по примирению враждующих сторон сообщает, что операция сирийских войск по зачистке Алеппо завершена. Из города вывезли свыше 6 тысяч боевиков и членов их семей. Автоколонны следуют на запад города по спецкоридору. Далее радикалы вместе с семьями пересаживаются на автобусы и направляются в Идлиб. Выход из освобожденного города контролируют российские офицеры Центра по примирению при взаимодействии с сирийскими властями. Такое поручение накануне отдал президент России Владимир Путин. Власти Сирии гарантируют безопасность всем членам вооруженных формирований, которые покидают кварталы. Президент Сирии Башар Асад назвал вывод боевиков из Алеппо важнейшим историческим событием. Россия пригласила наблюдателей ООН для контроля за эвакуацией из восточного Алеппо. Представитель ООН заявил, что они готовы направить группы экспертов по правам человека и международному праву. Накануне на заседании группы по гуманитарным вопросам наша страна представила детальный план эвакуации.